от Балтийского флота. Есть от Балтийского флота. Кронштадт от ЦК большевиков. Есть Кронштадт. До свидания, Питер. Коммунары! Валяй, валяй! Мадемуазель. Не подходить. Мадемуазель. Товарищи! Товарищи! Чего происходит? В чем дело? Кто такой?
Чего людей задеваете? Это мы и задеваем. Деревня! А ну, давай на корабль! Пехоте. Запишешь за мной. С процентами. Иди, иди, раз попало. Сынок. Ну, живи, расти. Покуда твоюю, в детский дом пойдешь. Ладно? Ладно. Воюй, живей. Кронштадт. Кого брал? Кто клёш давал? Чей чепчик? Опять уменьшили. Что же это в конце концов? Не брать? Комиссара сюда! Сюда! Комиссара! А ну, кто в караул, ходи! Это что же? На 20 душ? Отказ объявляем! Отец! Комиссара! Комиссара! Я спрашиваю некоторых штатских. До нуля дожили? Товарищи, не играть, когда говорит начальник.
Неужели с октября здесь выветрился дух? Что? О хлебе! Мы спрашиваем! Нет, я спрашиваю! Владающим детям отчисляли? Отчисляли. Питерским рабочим отчисляли? Отчисляли. Шаляпину за выступление отчисляли? В чем же дело? Дели. Подай кружку. Налей кипяточек. И мне налей. А ну кто в караул? Быстро. К сведению некоторых, хлеба отчислять больше не буду, а в карауле отстоять в пользу советской власти отстаю. Ставят завесу. Обращается товарищ Ленин. Наступил решительный момент, пишет он. Царские генералы еще раз с бандами помещичьих сынков пытаются взять Красный Питер. В ней решается судьба Петрограда. Решается судьба одной из твердынь советской власти. Бейтесь до последней капли крови, товарищи. Победа недалека. Победа будет за нами. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Товарищи,
Петрограде мобилизуются рабочие, женщины, кронштадтские моряки. Понятно. Записывай. Теперь, товарищи, надо проверить, достоин ли каждый высокой чести с оружием в руках защищать революцию. Мне кажется, барон, вам готовится неприятность. Вопросы есть? Есть. Во флоте вы давно? Второй день. Если не считать работы по поручению ЦК партии на кораблях Балтфлота с 905 по 907 год. А в партии вы давно? С 1901 года. Ого, ничего не скажешь. Подходяще. Привлекались, товарищ? Да. Что получили? Смертный приговор. Почему живы? Бежал. Работал в эмиграции. Давай. Довольно вопрос. Начинай. Завелись. Игорь, сигарная сила. Антон Карабаш призывался в 906 году. Сослан на каторгу в 7-м. За что? За тихое поведение не попадали. Знаем его! Иди, Антоша! Объяснись с Юденичем! Единогласно. Он объяснится. Жертвуем уходящим! Валентин Беспрозванный! На каторге не был, но, вероятно, попал бы. Рос, как с социальным происхождением у тебя? Социальное происхождение у меня действительно несколько двойственное. Папа офицер, а мама его кухарка. А где отец? О бывшем отце прошу не беспокоиться. Сдан мною в ЧК. Утверждай. Кто-то меня бушлат лишний. Не подходит, революционная дисциплина не признает. Давай. Зовут Артем Балашов. Отроду 27. Во флоте с 1914-го. Беспартийный. По некоторым соображениям ума. Происхождение? Обыкновенное. Где участвовал? Так особо нигде не участвовал. Зимний брал. Все равно не подходит. Голодающим хлеба не отчислял. Я за голодающие пролетариат иду жизнь отчислять. Голосую. Кто за? Ну! Проверим на деле. А все-таки не брал бы я его. Пускай попробует. Что тебе? Жалко? Еще кто есть? Есть! Давай. Зовут Михаил Курненко. Во входе. Знаем. Мало еще. А ты молчи! Я в природе участвовал, а у тебя живот тогда заболел. Так ему! Молодец, парнишка! Ладно, Миша, пойдешь. Становись! И не предупредил.
Возьми вот. Образок Микола Москова. Мамаша, вы меня дискредитируете. Даешь, даешь, сынки? Даем, даем, папаши. Мамаша, давайте идти в ногу. Кронштадтский экспедиционный отряд. Прибыли в ваше распоряжение. Командир Петроградского полка. Драубин. Располагайтесь, ночевка будет. Мадемуазель! Эй!
Револьвер. Да, револьвер. Это не револьвер, а наган. Да еще. Нету больше. Вот белых прогоним, тогда все будет. Хлеб будет, пряники будут, игрушки, наверное, будут. А? Это он заливает. А, солдат! А? А? Ружьё! Вылетай пулей! Пулемётчики! Выбегай строиться! Атакуйте противника. Займите вон эту высоту. Дальше не заревайтесь. Понятно. Отряд! Бою! Здорово, заграница! Брать вторую линию. Ну кто? Давай. Ну, чего лежит? Эх, давай проклятием на племены. Теперь голодных и рабов. Теперь на разум возмущенный. И смертный бой вести готов. Новый мир, но был ничем, то... Oh,
отправляться. Раненых в тыл. Буржуаза ведут. Где? Путешествие. When did you come to Russia? Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Может, Португал? Мы псковские. Мы перезованы. Какого полка? Кто командир? Не знаю. Нам в Петроград велено. Ага. В Петроград. Ага. Мой друг, давайте менять сапоги. Чего уж? Я уж как-нибудь потерплю. Куда бежал? А ну, попробую. Хозяин, вылазь! Ох ты! Ну и ну! Такая машина, пахать бы на ней. А, приперли. Старайся тут за вас. А ну, осади. Ну,
Ну как? Дела идут, ничего? Ничего. Мой полк приказан перевести левее, закрыть Петроградский шоссе. Вы остаетесь здесь, на береговом участке. Назад ни шагу. Есть назад ни шагу. Ну, пожелаю. Счастливо. Цепь противника! Без команды не стрелять! Прицел 6. 6. Это кто убьет? А ты что, чай пить сюда шел? Товарища Максима одобрить. А из него тоже неплохой моряк выйдет. Ох ты! Новый пруд. Ну, переделка будет. Пулемет зашился. А, черт. Гранаты к бою!
Патроны! Патронов! Офицеры, вперед! Вперед! Мы в Капкине, мы в Капкине, мы в Капкине, мы в Капкине! С приездом. Ничего не понимаю. Кто же в плену? А вот я сейчас объясню. Сейчас. Моряки, молодцы ребята. Ну, мир, мир, мир. С пленными не воюю. Ты кто? Член партии коммунистов-большевиков. Ты? Альбатрос, скиталец морей. В очках, а не видишь? Красный Балтийский моряк. А вы? С великами не разговариваю. Коммунисты, выходи. Беспартийных, нет? Нет. Проводите их, Владимир Павлович. Куда ведут?
Ведут куда? Смелее, Миша, смелее. Стрелять нас будете? Или как? Да нет, патронов на вас жалко. Топить будет. Ну, давайте. Прощай, друг. Прощай, Валя. Иди тоже. Ребенка оставьте. Идите, идите. Отойдите. На место каждого убитого большевика придут новые тысячи. Ребенка оставьте, ироды. Да здравствует Балтийский флот ныне и вовеки! Не морай!
комиссар, а комиссар, товарищ, друг. Чему обязан видеть в своем доме? Это наш дом. Это мой дом. Вы бы, барышня, в какое-то другое помещение перешли.
мадемуазель. Это я, свой. Мы из Кронштадта. На силу ушел. Погибли товарищи мои. Один я спасся. Берега шлюпка. Шлюпка? Возьмите мое платье. Пробирайтесь. Сообщите Кронштадту. Все сделаю. Мадемуазель. Почему, мадемуазель, мадемуазель? Я член партии. Виноват. Эх, родная. Мы их вытряхнем отсюда. Наизнанку вывернем. Точка. Я отбываю. Идите. Идемте, вы нужны. Ну? Эй, барышня, барышня. Пехота. Положим, белая. Сообщите в Кронштадт. Моряки дали нам время закрепиться на высоте 103. Закрываем Петроградские шоссе. Ждем подкреплений с моря. Передайте. Запишите. 17 часов 8 минут противник начал артиллерийскую подготовку. Thank you.
Давай. Передайте в Кронштадт. 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 Не работает, товарищ командир. Ничего, это бывает, что не работает. Продолжайте. Кронштадт. 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 Гляди, гляди. Женщина? Делегат, наверное. Оп, провокатору! Прицел постоянный! Говорите, Петроград пал, сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь! Отставить! Я сам. Говорите же, Петроград пал, сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь! Товарищи, не сдавайтесь! Там какой-то тип оказался. По противнику! Огонь! Как отряд? Кто живой, пусть поднимается. Поголовно коммуна пусть поднимается. Я такое скажу. Все постигнут. Отрядом, где комиссар? Отряд погиб. Товарищей дорогих осилили. Мартынов Василий Федорович.
Работа наша осталась. Неужели не поможем? Готовим десант. Место указатель. Можете? Могу. Глубину берега сам измерю. Опять идете. Валик, Ланиса, валик. Поклонюсь, мама. Полегче. Кажись, живой. На перевязочный. Бойцов мало, товарищ командир. Ничего, найдутся. Артисты, не надо винтовки. Давай хорошую музыку. Партийная организация просит раненых коммунистов вернуться в строй. А беспартийные? Давай, пошли тоже! Запишите. 15:00 противник начал атаку.
Кронштадт. 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 Товарищи, силы республики напряжены. Под Воронежем бой, в Сибири бой, враг под Питером. Ленин говорит нам, бейтесь до последней капли крови, товарищи. И мы ответим по-флотски. Каждого, кто посягает на революцию, порвем к чертовой матери. Все. Место, покуда жив рабочий класс. Thank you.
Пошли! Ура, Кронштадт! Ура! Хорошо говорила. Здорово, орлы петроградцы! Ура! Извиняюсь. Виноват. Ой, черт! Передать по семафору. Открыть огонь. Сигнальщики, открыть огонь! Открыть огонь! Мадемуазель! Какая тебе мадемуазель? Это жена нашего командира. Кто еще хочет в Петроград?